так и не скажешь, что актеры на Барнаульском вокзале встречают поезд с целинниками, как 70 лет назад, весной 54 года. Тысячи юношей и девушек приехали в Алтайский край на освоение целинных и залежных земель, чтобы пахать, сеять, основать поселки, колхозы и вообще накормить всю страну хлебом. Мои родители сюда переехали с Костромской области. Сюда. Так что мы тоже 60-х годов здесь живем. Они же были трактористы, они осваивали эти земли, они очень уставали, приходили вечно грязные, в этом мазуте. Вот это. Ну, я считаю, что да, отличались они. Перед страной была поставлена важнейшая задача – расширение посевов зерновых культур. Сразу после приезда в Алтайский край молодежь отправилась на места будущей работы. По официальным данным, за 2 года целины в регион приехало 50 тысяч человек из 40 областей. Всего было организовано 20 новых совхозов. Посевная площадь в крае составила 7 миллионов гектаров. Целина окупила себя за 3 года. В послевоенные годы это было самое массовое движение добровольцев. Именно они, сплоченные общей целью, открыли новую эпоху в развитии страны и Юго-Западной Сибири, изменив таким образом ход самой истории. Порой приходилось жить прямо в поле, в вагончиках без элементарных удобств. Отдыхали урывками. При этом почти все занимались спортом, встречались с известными писателями, артистами. И, несмотря на все трудности, работали на совесть. Я считаю, что то поколение, каждое зернышко земли старались подобрать, каждое зернышко. Сейчас хлебом, конечно, молодое поколение относится уже по-другому. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.